Фестиваль национальной физической культуры или еще одно доказательство легендарной фразы «О, спорт, ты мир». В пятницу на стадионе «Спартак» стартовал Всероссийский фестиваль национальных видов спорта и культуры «Гармония жизни». Принять участие в соревнованиях приехали порядка 200 участников не только из Ивановской, но и из соседних областей. Это представители разных видов спорта и разных национальностей. В этом году участвуют федерации вольная борьба, греко-римская борьба, борьба самбо, тайский бокс, борьба на поясах, куреш, перетягивание каната, футбол, шашки, гири. Основная мысль – так объединение, вот, наверное, разных национальностей, разных культур между собой, нашли общий язык, дружили. Обходилось дружеский праздник, можно сказать так. Ну и, конечно, показать, какими бы разными на первый взгляд не были народы, всегда найдется то, что их объединяет. В данном случае – спорт. Соревнования продлятся все выходные. Вход свободный.